Газпромнефть «Ноябрьснефтегаз» завершил опытно-промышленные испытания нового бурового раствора, который не имеет мировых аналогов и по своим качествам превосходит все предыдущие модификации. Наша съемочная группа побывала на Карамовском месторождении и познакомилась с новинкой нефтебурения. Мультибур, так называется новый раствор, это разработка российских нефтяников. Газпромнефть «Ноябрьскнефтегаз» опробовал его уже на трех скважинах и убедился в эффективности нового раствора. Его главное отличие от предыдущих углеводородных аналогов заключается в том, что в состав раствора на гелево-эмульсионной основе входят минеральные и растительные масла, и при зарезке бокового ствола с горизонтальным окончанием он дает очень высокие показатели. Достигли неплохих результатов по дебитам. Вот в частности, если взять холмистое месторождение, вернее, Варгенское, да, при плановом дебите 20-30 тонн нефти в сутки получили порядка 100-112 тонн суточной добычи. Вот и на Карамовском месторождении мультибур подтвердил свою эффективность. Здесь от скважины получили 70 тонн чистой нефти в сутки. При этом новый раствор обладает очень важными преимуществами по сравнению с углеводородным аналогом. Намного меньше коэффициент трения, и скважину разбуривают за 2-3 дня, что дает экономию времени. Новинка обладает ингибирующей способностью, то есть обезвоживает и укрепляет ствол скважины, что исключает обвалы и осыпание породы. И что немаловажно, в 2 раза дешевле углеводородного аналога. Не требует дополнительных мер для утилизации данного раствора. Может использоваться вторично. Он способен удерживать устойчивость ствола скважины при бурении в геологических сложных разрезах. То есть, что, соответственно, сокращает срок строительства скважины. Но главное достоинство мультибура в его уникальной экологической безопасности. А созданный на основе природных масел, он не загрязняет нефтеносный пласт, что, собственно говоря, и дает высокие показатели дебита скважины. Отработанный раствор проходит 5 степеней очистки и используется снова, поэтому природа остается практически нетронутой. И это символично, учитывая, что 2013 – год экологической культуры и охраны окружающей среды. Мультибур отработал уже на 3 скважинах и полностью оправдал надежды ноябрьских нефтяников. Неплохой раствор, и мы будем дальше работать в этом направлении. Будем подбирать скважины, чтобы бурить на данном типе раствора. Тем более получено заключение в этом году с «Газпромнефть НТЦ». Положительное заключение об использовании данного типа раствора, так как он отвечает всем требованиям. А раз так, то, скорее всего, у российского мультибура большое и перспективное будущее. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Виталий Харченко. Новости нашего города.